Всем привет! Меня зовут Лена, вы на канале «Вишневое рукоделие». Я уже имела опыт публикации своей первой вышивальной недели. У меня было несколько дней, которые я вышивала, снимала, скомпоновала все это в недельку и выложила. И знаете, я так подумала, что меня не особо устроил этот результат. Все-таки у меня много начатых процессов, все они любимые, практически, да, кажется, один или два, я уже не помню, которые без корню в этот риолис точно я не хочу заканчивать, и не знаю, наверное, это самый последний процесс, который я вообще буду заканчивать. Если у меня вообще ничего не останется вышивать, тогда уж я его закончу. А так все процессы нужно закончить, и как мне их закончить, как себя настроить, если я сама не могу взять себя в руки и сказать, вот сегодня я буду вышивать этот процесс. Я решила последовать примеру некоторых девочек, которые играют в рулетку или бросают кубики. В общем-то, я выбрала рулетку. Вот. Туда сейчас у меня в рулетке 6 пунктов. Да, 6 пунктов. Я выписала в рулетку те, которые самые близкие к завершению, на мой взгляд. И назвала рулетку «Первая неделя». Эту неделю, сегодня вторник, я сообщаю, вторник, 20... Какой вторник? Сегодня среда, 28 августа. Вот. В общем, сегодня я начинаю свою так называемую неделю игры с рулеткой. Буду каждый день выбирать себе процесс и каждый день его продвигать. Думаю, что у меня будут тогда хорошие продвижения. И буду крутить эту рулетку до тех пор, пока один из этих процессов не закончится. Тогда я на его место приму... Или на его, или добавлю, в общем, будет у меня или 6, или 7, может быть, еще другое количество процессов. В общем, буду менять процессы и количество самих процессов. Надеюсь, что мне эта игра понравится, что мне удастся вышивать и делать хорошие продвижения, показывать вам хорошие продвижения по всем своим начатым работам. Поэтому сейчас я прямо при вас выберу процесс, который буду вышивать сегодня. Итак, что у меня в данной рулетке установлено? Так, вот она. Ландыши. Да что такое, нет фокусировки. Ландыши от чудесной иглы, чайник для милого друга от Dimensions, бабочка, африканка от Leonard, бабочка от Панны, лили от Марии Искусницы. И я еще добавила сюда бисерный процесс. Это вот на голубом, очень плохо отсвечивает все. На голубом пестрая птичка, кажется, у меня там, да. Вот, сейчас я буду крутить, и пусть рулетка решит, что я буду вышивать сегодня. Лили. А я так хотела бисерный процесс. Прям очень сильно. Ну ладно, все, я тогда пойду вышивать лили. Встретимся с вами позже. Итак, вот так выглядит лили, которая должна получиться. Отшито у меня уже довольно много, и работа близится к завершению. Если посмотреть на то, что у меня сейчас заправлено в пяльце, это... Вот эта часть у меня осталась, вся шляпка и все, что над, вот, все, что над книгой, сами лилии. Да, это же лилии или что это? В общем, цветы. Я уже себе выделила фрагмент, который я сейчас буду вышивать. Вот так обозначила квадратиками те значки, которые сейчас буду вышивать. Затем, как я уже рассказывала в одном из видео, затем я вышью немного треугольнички, то есть сделаю так, чтобы мне было удобно потом, не смотря в схему, вышивать только один вот этот значок, скобочку. Так мне будет намного легче и быстрее будет двигаться процесс. Так как я вышиваю с разметкой, то мне не трудно ориентироваться на схеме и на самой ткани. Я знаю, что некоторые девочки вышивают отлично и без разметки, но я путаюсь, я ошибаюсь и больше делаю ошибок, чем показываю какой-то прогресс.
Все, увидимся с вами позже. Итак, сегодня четверг, 29 августа. Мне очень хорошо удалось повышивать Лили, которую мне вчера рулетка выбрала этот процесс. Я вышила здесь не менее 300 крестиков. Вышила, как и хотела, вот это место полностью вышила. И добавила бэк здесь на контуре лица. И от схемы беспощадно все отрезала, все, что я обработала, отработала. Все, теперь крутим рулетку дальше и выбираем, какой же у нас теперь будет процесс на сегодня. Поехали. Папочка, чуть-чуть до африканки не дошло. Ну что, я думаю, что Туся-Муся будет точно рада, если увидит бабочку в кадре в моей вышивальной неделе. Увидимся с вами позже. Итак, моя бабочка находится сейчас вот на таком этапе. Сама бабочка полностью закончена. И если верить схеме, вот кусочек, вот это место я уже все вышила. И сейчас я пойду вверх вышивать рамку и буду стараться сегодня зашить всю эту рамку и может быть даже проложу вот этот бэк. Все, я пошла вышивать. Привет еще раз. Я вчера крутила рулетку, и у меня выпадала бабочка от Панны. Вот она перед вами. Вышила я довольно мало, я бы даже так сказала. Вышила вот эту рамочку полностью и постаралась сделать хоть немножко бэка. Бэк, конечно, здесь просто убийственный, на мой взгляд. И еще у меня здесь была небольшая ошибка, и я пока еще не знаю, как ее исправить. Я вот здесь, в общем, здесь где-то я ошиблась. Надо было мне на одну клеточку еще выше сделать, то есть у меня здесь какая-то мешанинка. То есть вот эта рамочка должна была выходить ровно вот сюда. И для того, чтобы она ровно выходила вот сюда, мне пришлось здесь прибавить один крестик. И из-за этого у меня теперь вот эти два элемента находятся они находятся на одинаковом расстоянии, но между ними должна быть только одна клеточка, а помещается только две. И я думаю, что мне придется распороть вот эту одну клеточку. Я думала, что я исправлю, но не получилось исправить. Все-таки придется мне все это распарывать. И вот этот квадратик я распорю и перенесу его на одну клеточку вниз. И все. И тогда у меня весь бэк сойдется. Ну, ничего страшного, здесь как-нибудь выведу. Вот. Сейчас продолжаем крутить рулетку. Узнаем, что мне выпадет на сегодня. И я расскажу о своих ближайших планах. Так, вот рулетка. Поехали. Африканка. Да, опять африканка. Только что я ее отложила. Довольно долго я ее вышивала и много вышила, но тем лучше. Тем лучше, потому что сейчас у меня будет буквально, может быть, часик, и я попробую ее повышивать. Почему у меня будет часик? Сегодня пятница, и сегодня ночью я уезжаю в другой город на свадьбу к своему брату. И вернусь я только в воскресенье ночью, то есть субботу, воскресенье я вышивать вообще не буду, не смогу. Просто физически, наверное, не смогу, у меня не будет ни возможности, ни времени. Вот, и приступлю к вышивке, скорее всего, только в понедельник. Еще у меня новость такая, что я вступила в один совместный проект от ночной вышивальщицы «Осенние нотки». У нее есть, в ее канале есть приглашение «Осенние нотки». И я так подумала, что у меня есть один только сюжет. Я очень сильно напряглась, я очень хотела давно поучаствовать в каком-нибудь проекте от Гали и напрягла всю свою память, абсолютно всю, и поняла, что у меня есть один осенний сюжет, который я бы хотела вышить как можно скорее, и расскажу, почему как можно скорее.
Итак, вот он. Это усадьба Кускова, Эрмитаж. Набор Атриолис. И это шерсть. Здесь написано шерсть мулине, но на самом деле... Вот они, эти планшетки. Мулине, здесь только черный цвет. Вот он, только черный цвет. Все остальное шерсть. Шерсть я... Оказывается, я люблю шерсть. Я это поняла и хочу, чтобы у меня хотя бы один набор был шерстяной сейчас в проекте. И тем более совместный проект продолжится до конца декабря, насколько я помню. И до конца декабря я однозначно успею его вышить. Меня прерывает, и в эти перерывчики я меняю вам картинки и показываю, что я буду сейчас вышивать. Перед вами сейчас африканка от Ланарте. Так, я уже показывала в своей вышивальной неделе, как много мне удалось вышить. Практически вот этот вот большой кусочек у меня получилось вышить. И сейчас, в тот час, который у меня будет, я попробую уйти вот в это место и вот в это место. Здесь совершенно немножко осталось дошить, поэтому я, наверное, вот в это место пойду. Здесь дошью, чтобы уже переставлять пальцы вот в эту сторону идти. Вот, но продолжая про совместный проект «Осенние нотки». Он проходит в ВКонтакте, в группе «Ночной вышивальщицы». Я туда уже загрузила фото, и очень хочется начать, но думаю, что я со следующего понедельника включу себе рулетку, в рулетку этот новый набор, то есть добавлю его просто в эту рулетку и крутану. Вот. И если он не выпадет, то я... Вечером, насколько это будет возможно, я позанимаюсь сначала новым набором, усадьбой Кускова. Начну, не знаю, там подготовлю канву, начну, сделаю несколько крестиков, а потом уже... Моя сила. Пришла ко мне моя помощница, и сейчас будет нитку в иголку вставлять. В общем... О своих планах я рассказала. На следующей неделе я возьму в рулетку еще и набор шерстью. Если он не выпадет, то если он не выпадет, когда я крутану рулетку, то я все равно возьму его, повышиваю и потом приступлю к тому набору, который выпадет. Все, прерываюсь. До встречи в следующем фрагменте. Всем пока! Размечталась я, конечно, что у меня будет целый час, и я смогу навышиваться и вышить хотя бы что-то. Ничего у меня не получилось, не было у меня времени, и я сделала буквально один крестик. Вот здесь один крестик сделала, и все. Отложила работу, уехала на свадьбу к брату, погуляла там хорошенечко, вернулась в воскресенье ночью и легла спать, конечно же, потому что понедельник, 2 сентября, дети должны идти в школу и в детский сад. Тем более, это была уже глубокая ночь, час, уже было не до вышивки. Хочу показать вам, что я повышивала. Я не стала откладывать эту работу, все-таки ее день уже прошел, пятница, и я подумала, что я все равно поработаю хотя бы немножко сегодня. Сегодня уже вторник, в понедельник вчера я вообще даже не притронулась к вышивке, потому что я уснула вечером, очень устала. И сегодня мне удалось вышить... Все, что отмечено оранжевым цветом, вот здесь, и вот этот элемент. То есть я уже добралась до самой верхней границы схемы. Все, вот это была самая верхняя точка. Вот она. Ой, прилепилась опять. Надо же. Так. Вот эта точка была самая верхняя. И я закончила эту часть. И беспощадно ее отрезала. Да, я отрезаю схему. Вот так она у меня должна была выглядеть. Как-то... А, да, вот так. Нет. Не так. Вот так. Вот так она у меня должна была выглядеть. Вот. Ну и с этой стороны тоже вот все, что оранжевым закрашено, все это тоже вышито. Наверное, на сегодня это... довольно-таки хороший результат для этой работы, потому что африканку я откладываю,
И, как я говорила, я хочу начать новый процесс. Это усадьба Кускова Эрмитаж от Риолис. С этой работой я буду участвовать в совместном проекте «Ночной вышивальщицы. Осенние нотки». Я специально взяла этот процесс, потому что я хотела иметь что-нибудь шерстяное в своих текущих процессах. А это шерсть. Ну, написано «шерсть и мулине», но на самом деле мулине там только черный цвет. Сейчас я его покажу. Организовала я процесс вот на эти пяльца. Разметила по контуру точками, ну, где-то начала крестиками и уже потом только точками разметила. И хотела вам показать, какой здесь интересный ключ. Схему показывать нет смысла, там такая же картинка, только в крестиках, практически в тех же самых цветах. Ну, наверное, многие знакомы со схемами Риолис. Но вот что мне показалось интересным, и я с таким встречаюсь на самом деле впервые в своей карьере, карьеристка. В общем, смотрите, здесь несколько техник. На самом деле есть кресты в две нити, в одну нить, но это ладно. Есть также полукресты в одну нить, в две нету. И есть еще вот такие смешанные крестики, то есть это нижний стежок выполняется одним цветом, а верхний стежок выполняется другим цветом. Вот, например, вот этот цвет, значок N, это вот это место в куполе, бирюзовый цвет, и в нем используются пятый и шестой цвета. То есть нижний крестик будет вот этим цветом укладываться, верхний, шестым, более ярким, зеленым. Ну, я схему так посмотрела, вроде бы там ничего сложного не будет, то есть там такие полосочки, как бы столбики, можно будет сначала одним цветом все пройтись, потом другим цветом сверху все крестики позакрывать. Это для меня новая будет техника, и таких смешанных крестиков здесь 4 в этой схеме. Вот, дальше. Нитки на обычных планшетках, шерсть. Я очень давно шерстью не вышивала. Прям наслаждение какое-то. И вот. Вот что у меня немножечко. Ну зачем столько бумаги тратить? На самом деле, вот мне понадобится только вот эта маленькая инструкция, она на русском. Все остальное английский, французский, немецкий, итальянский, испанский. Вот. Ну, вот на этой стороне чистый лист могли здесь напечатать и сэкономить немного бумаги. В общем, вот это все идет в макулатуру, а остается только инструкция на русском. Инструкции читать нужно. По своему горькому опыту я поняла, что инструкции читать надо обязательно, чтобы потом не распарывать и не перестирывать. Там, в общем, были у меня ошибки в других работах. Так, что я уже повышивала? Успела сделать несколько полукрестиков. Решила начать снизу, с нижнего края. И это полукрест. Да, это светлые нитки, но нормально. Мне нравится. Пока что мне нравится. Сегодня я до конца, сейчас уже почти 11 вечера, почти ночь. Я немножечко еще повышиваю эту работу, а завтра уже крутану свою все-таки рулетку и подумаю. Может быть, я 2 процесса завтра еще смогу повышивать, если у меня будет возможность, силы, или 1, или 2. Один из рулетки, один вот этот. Все, всем спасибо за внимание, до встречи. Итак, продолжаем наше включение. Я повышивала немного. Ну, начнем с того, что сегодня уже четверг. Вышивала я последний раз эту работу сегодня, а еще вышивала ее во вторник. Да, в среду я не притрагивалась к крестикам вообще. Напомню, что это Риолис, усадьба Кускова. И вышилось у меня совершенно немножечко вот это вот место. Ой, хотела иголочкой показать. Вот это место,
совершенно чуть-чуть. Вот что у меня есть на конве. Вышивается шерсть довольно приятно. Что еще могу сказать? Ну, пока вот это место идет, тут практически один полукрест, и еще будет довольно много полукреста. Но я брала этот процесс в качестве, ну, вышивать, наверное, может быть, каждый день, но понемножку, чтобы он у меня двигался, просто для того, чтобы он двигался, именно шерстяной процесс, мне очень не хотелось. А сейчас крутанем нашу рулетку, посмотрим, что мне судьба выберет на сегодня вышивать. Итак, так, неделя, крутить. Крутим. Дан-дан-дан. Чайник будет. Чайник для милого друга. Ну что ж, настала, наверное, его пора все-таки сделать там немного бэка и уже, скорее всего, завершить. Итак, сегодня пятница. Сегодня я буду завершать свою вышивальную неделю, хотя она у меня продолжилась больше, чем неделю. Я так посчитаю дни. По-моему, там уже около 10 дней. В общем, вчера мне рулетка выбрала вышивать чайник для милого друга. Я повышивала и довольно хорошо продвинулась. У меня и так тут совсем немножко было, но все, что я вчера успела сделать, это следующее. Проложила вот здесь бэкстич, вот этот вот, наверное, у меня где-то вот здесь было вот так вот не выложен вот этот бэкстич. Очень, конечно, муторно все это выкладывалось. И потом все французские узелочки вот здесь тоже я сделала. Этим же цветом все сделала. И вот это сердечко бэкстичем обвела. Все, больше ни на что у меня сил не хватило, и время у меня уже закончилось, я уснула. Просто уснула, и все. В общем, работу с пялец я снимать не буду, потому что я надеюсь, что скоро мне удастся ее все-таки закончить, даже если не выпадет она мне по рулетке на следующей неделе, то я просто так в какие-нибудь дни буду ее брать и заканчивать, потому что на самом деле, если посмотреть на картинку, осталось только вот эти надписи. Эта надпись и еще один слой салфетки. В общем, я думаю, справлюсь быстро. Хватит уже его действительно мучить, этот маленький наборчик. Все, надеюсь, сейчас у меня получится все мое видео скомпоновать, все мои кусочки скомпоновать в одно видео. И будет у меня такая вышивальная многодневка, которая доставит вам удовольствие. Будете вышивать, не знаю, там, слушать меня. В общем, спасибо всем за внимание. Пишите мне комментарии. Всем пока!